Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. В Сургуте состоялся третий городской фестиваль социальных проектов «Растем вместе». Своей миссией организаторы называют духовно-нравственное воспитание сургутян посредством объединения детей и взрослых совместными видами социально полезной деятельности. В конкурсе приняли участие 11 детских садиков. Правда, взрослым в этот раз пришлось защищать проекты без помощи малышей. На участие детей в массовых мероприятиях сейчас в Сургуте карантин. Среди представленных идей много интересного и даже уже действующего. Например, детская опера, кукольный театр с авторскими игрушками, этнический проект «Разные и равные». Мы выбрали проектную линию «Сургут. История с продолжением». Но назвали мы ее по-своему. Вот эта улица, вот этот дом. Почему так мы ее назвали? Потому что мы хотим рассказать о проспекте Ленина. Это и детский сад у нас находится на проспекте Ленина. Это и дети у нас живут на проспекте Ленина, которые ходят в наш сад. Это главная улица города. И так мало мы знаем о ней, достопримечательности, люди, которые живут на этой улице. Книга жалоб. Злободневно, достоверно. Каждую неделю на телеканалах «Сургут Интерновости» плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.